Знаешь, что такое, а? Географическая карта называется. Это чтобы знать, где какие страны, какой народ. Вот. Россия. Потом Китай. Афганская, индийская страна. Памир. Потом... Много. Всех не скажешь. Ну ладно. Простите, сударыня. Эй, хозяин, прикурить есть? Ты что? Это товарищ Сухов. Сухов, говоришь? Сейчас мы поглядим, какой это Сухов. Держи. Тем не менее, вам придется меня дослушать. Знаете ли вы, что все это придется отправить обратно? Ни денежных сумм, ни вещей многоценных брать с собой также не дозволяется. Но это еще не все. Ваше право на крепостных с вами прибывших утратится, как только вы двинетесь дальше Иркутска. Ваши люди с вами не поедут. Значит, не поедут. Да. Подозреваю, княгиня, что вы не совсем представляете, какова будет ваша жизнь в рудниках. Вы будете жить там, как самая бедная крестьянка. В самом деле? В избах грязь, мрад, насекомые, пища, хлеб да квас. О климате, боюсь говорить, он страшен. А для вас губителен. Но ведь я там буду с мужем. Справедливо. Тетенька моя благодетельница, передо мной слава. Слава.
Скоро имя мое там покроется, не умрет для потомства детей и внуков, ибо не устрашусь. Награжден? Я в газетах об этом ничего не читала. Убит в первом сражении. Уар, Кириллович. Бедный мальчик. Он так плакал. Прощай со мной. Эту 1000 я внесу в завещание на его имя. Прощайте, любезный. Прощайте, сударыня. У белых служил? Служил, говорю, у белых? Никак нет. Тут уж не мы. А из окопов давно, потому германец контузил. И еще шрапнелью зацепил. А после лазарета мы. Телефонщик. А это что? Что это? Георгий 4-й степени. Ишь ты, за веру царя Отечества. Так точно, ваше превосходительство. Выбрось. Никак невозможно. Чего? Нам их высокопревосходительство самолично за храбрость. А вот я тебя самолично к стенке. Воля ваша, все одно не отдам. Ах ты, Контра! Шлепнуть тебя с золотопогонником вместе. Товарищ командир эскадрона, ужин по вашему приказанию сготовила. Потехина? Разрешите идти? Не разрешаю. Только не убивай! Доброго человека оставьте в покое! Не прячься, Кадыр. Ты что, Багрот? Давненько тебя не видел. Здравствуй, Кадыр. Едем с нами, Баграт. Какая радость одному. Тебя и нас. Обижала княгиня. И с османом ты по делам рассчитался. Не гожусь я в обреки, Кадыр. Для меня, что трудом нажито, все свято. А грек, торговец, честный. Ступайте с миром. Держи, именинник. Под крышкой надпись. Живут же ну воришу. Я сложу всю жизнь к твоим ногам. Знаешь, и за тобой пойду на край вселенной. Пушкин. Шекспир. Ромео и Джульетта. Не видел в театре? А я театр не перевариваю с армейской службы. Полгода таскал. Декорации в театре, софарми. А я, как на библиотечной поступила, в режиссера чуть не влюбилась. Честное слово, в Эфроса. Отелло на Броне 3 раза смотрела. А Эфрос еврей? Разве так важно? Не только иконы и драгметаллы.
А что, инородцы растаскивают женопорт? Ну, на тебя-то в Москве хватит. А я не о себе. Я о нации. Муж твой кто? Вележницкий. Дорогой мой патриот. Вацлав Александрович родился в Сибири. Он из поляков, что выслали еще в прошлом веке. И увез он меня из Вятки, не в Варшаву. Она самая. Ксения. Брата твоего засекли в Канаде, в корпусе английском. Ведь чуял в тебе чего-то, доносить не стал. Поквитайся, Эрнестовна, за все! За всех, кого в войну порешил! Ну!